В рамках национального проекта образования школы Славянского района участвуют в реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда». Это открывает новые возможности для интенсификации обучения школьников, облегчает работу учителей. Педагоги, задействованных в проекте школ с июля прошлого года, проходили курсы повышения квалификации по теме «Цифровая образовательная среда». Для внедрения этой среды школам были направлены ноутбуки и принтеры. В 11-й школе хутора Маевского получили 33 компьютера. Благодаря этому удалось по новым стандартам оснастить учебные классы. Теперь уроки стали еще интереснее и время обучения тратится продуктивнее. По проекту «Цифровая образовательная среда» нам привезли новое оборудование. Без компьютеров трудно представить сейчас нашу жизнь. Они нам помогают практически на каждых уроках. Мы часто занимаемся на информатике, математике, готовимся к экзаменам. Ребята могут выполнять виртуальные лабораторные работы по химии, биологии, физике, информатике и математике, могут работать на цифровых образовательных платформах, повышая уровень функциональной грамотности. Комплект новейшего оборудования позволяет ребятам и педагогам Славянской 16-й школы сделать настоящий рывок в образовании. Учащимся нравится выполнять интерактивные задания, а они более внимательно и с интересом проходят тестовые задания с иллюстрациями и видеороликами. Мы очень часто используем компьютеры в образовательных целях, в основном на уроках информатики и также на остальных уроках, особенно для подготовки к экзаменам. Также очень часто нам дают домашние задания на различных сайтах, как Решоу.ГЭ, Рустест и так далее. Вот. Также мы обучаемся, опять же, повторюсь, на уроках информатики, создавать какие-либо проекты. Компьютеры, полученные по программе, очень сильно нам помогли. Учиться стало, конечно, намного интереснее, да, приятнее и намного лучше, мне кажется, усваивается материал при помощи того, что мы используем новые технологии. Компьютеризация школ в ходе реализации проекта помогает ученикам не только лучше осваивать сложный материал и готовиться к экзаменам, но и повышать свой культурный уровень, расширять кругозор. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».